Так, это Луна, ну, кто не догадался. 6 октября 2020 год, Харьков, 6:31 по Киеву. Тысяч километров до нее, ну 399 тысяч, если кто запланировал поездку, чтобы не ошибся. Бензина не хватило на 1000 километров. Что, пользуюсь последними, сказать бы, ясными днями. Но я вышел снимать Марс и выяснил, что денек не такой же ясный. И Марс попросту замутнен дымкой облаков. Пошли, сейчас покажу Марс, пока он совсем не исчез. Каша облаков, вот так это будет называться. Серые, как простыни с волнацких кроватей облака, с прорехами такими же, как упомянутые простыни. Но недостаточно эти прорехи. Значительно, чтобы нормально посмотреть на ледники Марса. Я хотел посмотреть ледники Марса. В 12 ночи приехал с работы. И вот это меня 5:30 подорвало без будильника, там же Марс садится, а мы тут лежим. 62 миллиона километра до Марса. В общем, не будем мы издеваться над собой. Треногой и, в общем-то, Марсом. Да. Пойдем посмотрим на Венеру и вернемся к Луне. Она самая колоритная, она близкая. Никакие облака и особо не помеха. Вон она, Венерка, 165 миллионов километров. Эту красавицу можно даже при солнечном свете видеть с утра. В такое время года, весной, на закате. Что ж такое, мне мешает тут. Детали треноги мешают. Ручка упирается. Ручка, головки, штатива. Вот так это будет звучать. Чтоб не было ни у кого инсинуации по поводу того, что свои конечности ручками называю. Так. Ну вот, даже уже совсем светло, а сияние никуда не делось от Венеры. Поехали к Луне, там красивее всего. На данный момент, по крайней мере.
Вечерний терминатор. Утром 6 октября в Хайфе. Смотрите на нашем канале, что называется. Ну, натурально он так называется. Вечерний терминатор. Линия соприкосновения света с тенью. На Луне, да я понимаю, на любом из объектов. Называется терминатором. После полнолуния это вечерний терминатор. На полнолуние это утренний терминатор. Почему терминатор? Терминация уничтожения. Вопросы не ко мне. Мне просто нравится играть этими словами. Вечерний терминатор. Звучит прекрасно. Опять у меня в пещере горного короля Пергюнд в башке эхом. Трам-тан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 . Интересно, почему именно в пещере горного короля, а не Кармен Сюита Безе? Трам-тан-тан-тан-сцена. Влад, ты же говорил про музыку надо поставить. На тебя музыку. Ай, хорошо. Прям какие-то кораллы. Кораллы, вот они. Я их нашел. О, Платон кратер влез к нам. С добрым утром. Ну хорошо, не будем затягивать. 6:38 по Киеву, в Харьков я пойду выложу эту красотень, или не красотень, ютуб. И будем отправляться на работу. В 6:39 по Киеву, в Харькове, 6 октября.